Здравствуйте, друзья. Аврора гудит. Вот эту аврору сегодня испытал, как обещал, докладываю. Значит, мне слепошарому очень хорошо, потому что вот продаются вот такие вставочки, это две диоптрии, они есть разные. Вот я попробовал варить. Вот так. В общем, по ощущениям вообще видно клево, круто, как будто ты ощущаешь себя хирургом, как будто ты работаешь под микроскопом, как они вот там. Ну, очень хорошо все видно, замечательно. В сравнении вот с теми масками, конечно, ну, разница есть, хотя бы потому, что удобнее, что постоянно. Ну и картинка, качество, конечно, лучше. И удобство в том плане, что вот, говорю, вот эта штука, это линза на 2 диоптрии. И когда ты близко смотришь на шов, очень хорошо его видно. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.